Добиться от Киева признания пытаются представители крупной украинской народности, у которой при этом нет никакого официального статуса. Съезд русинов в Закарпатье прошел на западе страны. Участники требуют признать результаты референдума, на котором еще в 1991 году проголосовали за автономию. После этого начались гонения. А сейчас, с рассветом украинских националистических движений, русины чувствуют себя в особой опасности. Макар Уденчик продолжит. Съезд открывается гимном русинов. Они собрались, чтобы говорить о своем будущем. Русины – народ, составляющий значительную часть населения Закарпатской области Украины и относящийся к восточным славянам, как русские, украинцы и белорусы. Уже много лет русины борются за право считаться национальным меньшинством, но власти Украины упорно не хотят замечать их в Закарпатье. Уже 24 года будет в декабре, как мы проводили референдум и просили признать Украину нас как древнюю славянскую национальность в центре Европы. Я не хочу хвалиться, но нас признали в 58 государствах мира. Сегодня на Украине официально русинов называют украинским субэтносом. И это несмотря на то, что еще в 2006 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН рекомендовал правительству Украины признать русинов национальным меньшинством. Теперь делегаты съезда в очередной раз направили в Киев свое прошение, подкрепленное десятками тысяч подписей. Больше 30 тысяч, я так думаю. А то, что мы собирали еще общие подписи русинов, то это будет около 130 тысяч. Координационный совет русинских организаций Закарпатья, созданный на съезде русинов, намерен добиваться от центральной власти признания итогов референдума, состоявшегося в Закарпатье в 1991 году. Тогда около 80% жителей фактически проголосовали за придание региону статуса автономии. Сразу после этих событий на русинов начались гонения. Об этом еще год назад говорили лидеры русинского движения. В 1996 году, когда было внесено в Конституцию точно такие же результаты референдума крымского, закарпатские были проигнорированы, но параллельно с этим был запущен план мероприятий по уничтожению русинов. Вот с этого момента начались просто преследования, и, ну, я так скажу, это... На уничтожение физическое. Этот кусочек земли, присоединенный к Украине после Второй мировой войны и лежащий на границе с Венгрией и Словакией, всегда стоял особняком. Местное население всегда было привержено общерусской идее. Говорят русины на языке, который на 80% схож со старославянским. Как мать меня учила, говорю на родном языке. Вы же слышите, я не говорю на украинском, а на материнском. На том, на котором я хочу говорить, на котором я учу своих внуков. Русина опасается, что в связи с нынешним разгулом в стране украинского национализма учить детей в школах на родном русинском языке будет невозможно. Стоит отметить, что разногласия в политических взглядах между Киевом и Закарпатьем проявлялись во время всех выборов на Украине последних лет. Эта западная окраина поддерживала партию регионов и Януковича. Эксперты считают, что давать Закарпатью автономию Киев не хочет не только по политическим, но и по экономическим причинам. Область является важным газотранспортным узлом. Здесь проходит магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Через него голубое топливо идет в Европу. Сквозь эту территорию также проходит ветка крупнейшего нефтепровода «Дружба». А если Закарпатье станет самостоятельным, центру придется делиться выгодными активами. Макар Уденчик и Дмитрий Матюшин, Первый канал.